Re, viss ēters ir te! Бюро по борьбе и предотвращению коррупции обратилось в Генпрокуратуру с просьбой начать уголовное преследование бывшего генпрокурора Эрика Калмеерса. Должность генпрокурора он покинул чуть более месяца назад. Ему просят предъявить обвинение в разглашении секретной информации. Речь идет об информации, которая не является государственной тайной, однако имеет статус неразглашаемой. По неофициальной информации латвийского телевидения, Калмеерс мог стать источником утечки информации в деле елговского прокурора Зинаиды Эгле, в рамках которого прокурор подозревается во взяточничестве. Виновным может грозить вплоть до года тюрьмы. От комментариев латвийскому телевидению генпрокурор отказался. Я никаких комментариев не даю, ни о чем. Спасибо за звонок и всего хорошего. Напомню, в должности генпрокурора Эрик Калмеерс работал с 2010 года. В июне этого года его сменил Юрис Стуканс.